Доброе дело малышам. Представители волонтерского движения «Кто, если не мы», Центра досуг детей и молодежи «Современник» посетили детский сад «Русалочка». Добровольцы убрали снег и украсили двор дошкольного учреждения. Мы сегодня помогали детскому саду «Русалочка». Мы почистили дорожки, украсили, сделали вот такую вот елочку, скажем так, импровизированную, да, новогоднюю. Мы сейчас пока вот чистили, там дети выглядывали в окошко, там махали нам, довольные, счастливые. Я думаю, эта красота вот их больше всего порадует. Данная акция прошла в рамках подготовки к городскому фестивалю «Созвездие волонтеров». Он состоится 5 декабря в Доме культуры «Олимп».